Привет! Хочу вам представить сегодня не очень интенсивную тренировку, но которая хорошо прорабатывает различные группы мышц. Также хочу сказать, что эта тренировка у нас будет в двух положениях. Это лежа и сидя. В положении лежа обязательно фиксируйте свою поясницу, когда будете прокачивать грудь и плечи. Также хочу сказать, что эта тренировка подойдет абсолютно для любого уровня подготовки, как для новичков, так и уже для тех, кто давно знаком со спортом. И хочу сказать, что если эта тренировка кажется вам легкой, вы можете сами регулировать свою нагрузку с помощью различного веса гантелей. Так что давайте начинать вместе.